Строительство детского сада в микрорайоне Рябиновка на 310 мест находится под особым контролем мэра Омска Оксаны Фадиной. Объект завершен уже на 89%, и строители вовсю проводят отделочные работы. Красят стены, устанавливают навесные потолки, укладывают керамическую плитку. Для объекта уже начали закупать оборудование. Департамент образования сейчас уже начал процедуру закупок. Четко определен перечень необходимого и немонтируемого оборудования. Это мебель, это различная бытовая техника. Вот после этого, как только поставщики нам поставят все необходимое внутри, мы подадим документы на лицензирование. Так что идем достаточно интенсивно вместе с подрядной организацией. Друг друга не ждем, а наоборот работаем в синхроне. Строительство объекта началось еще в 2015 году, но график был сорван, подрядчик обанкротился. Продолжить работы на объекте удалось только в июне 2020-го. Новая компания согласилась закончить объект за 78,5 миллионов рублей. Средства выделены из городского бюджета. Мы собираем пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. Осталось навести на объекте полный порядок, где-то что-то подкрасить, отработать с эксплуатацией, где-то что-то мы в рабочем порядке отрабатываем. Так объект идет к сдаче. Мы планируем его вместе с администрацией города к концу декабря ввести в эксплуатацию. В 2020 году в Омске в рамках национального проекта «Демография» и при софинансировании из всех уровней бюджета уже построили и сдали в эксплуатацию 4 новых детских сада. В 2021 количество дошкольных образовательных учреждений также благодаря нацпроекту «Демография» увеличится. Начнется строительство 6 объектов.